Территория домов Ушакова 18-20 отрезана от основного автомобильного движения. Сюда ведет всего один въезд с улицы Дзержинского, поэтому порой две машины не могут разъехаться на узкой дороге. Ситуацию усугубляют сугробы и наледи. Как полагают жители района, именно из-за этого здесь не раз застревал мусоровоз и отрезал путь не только для пешеходов, но и для машин скорой помощи. То есть мы не могли ни пройти, ни проехать из-за того, что вот все это было нечищено и очень узко. Вот. И, в общем-то, это очень часто. Приехала скорая помощь, она не могла подъехать к дому 20. И ей пришлось этой скорой помощи, в общем-то, медикам бежать туда пешком. То есть проблема эта, она давно уже встала. Мы не раз обозначались с этой проблемой. Рядом с домами находится центр поддержки предпринимательства. Поэтому случается, что гости центра заставляют машинами и без того узкий дворик. Неудобство многим водителям доставляет и выпирающий угол вдоль дороги около здания центра, который еще больше сужает проезд и нередко повреждает автомобили. Приглашали господина Косенкова, приглашали человека из администрации, приходил депутат. Мы пытались как-то это решить. Но нам, в общем-то, говорят, это невозможность. То освещения нет, то еще чего-то нет. Депутат округа Иван Ситников на собрании с жителями выслушал все проблемы и обозначил, что на разрешение некоторых вопросов требуется время. Но претензию насчет организации дополнительной дороги для района удовлетворить невозможно, так как это противоречит правилам дорожного движения. Я уже направил два письма в соответствующие инстанции по решению части проблем. И они решатся, но в теплое время года. Часть других проблем мы решили на месте, организационным путем. И спасибо большое Евгении Викторовне Калачевой, которая пошла навстречу жильцам. Теперь ее клиенты и участники семинаров, предприниматели будут ставить машины во дворе. Проблема отчасти снята. Иван Ситников также заметил, что есть и жители, которые против сквозного проезда через двор улицы Ушакова 18 и 20. А вопрос ремонта выпирающего угла у Центра поддержки предпринимательства взяли на рассмотрение и проверку. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.